Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, у нас с вами мукбанг. Всем суперцей, скушать, приятного аппетита. Давайте это делать вместе. Борщ, зеленуха и очень много... Это не сметана, это йогурт греческий, но он по вкусу как сметана. И очень зелененький салатик. Сметаны я тут, конечно, наворотила прям что-то много-много. Вообще я люблю борщ с майонезом. Ну, решила поесть с йогуртиком. Вот видите, все белым-бело. Аж остыл борщ, по-моему. Я себе пожиже налила. Ой, вкуснятина. Я сказала приятного аппетита же, да? Великолепно. Сегодня я без кошки. Такой вот салатик. Здесь у меня капуста, огурцы. Дую по привычке. Лук зеленый, лук репчатый, укроп. Огурцы сказала. Ну, листья салата заправлено масло. И соевый соус чуть-чуть. Еще у меня здесь перец. Очень вкусно. Я бы одними салатами сейчас пыталась. Окрошки хочу. Но погода вообще не располагает нас. Очень холодно. Вчера как бы было тепло. Я говорила 20-21 градус. Но был ветер северный. Я говорю, как будто бы мы где-то у океана живем или в пустыне. Сегодня опять 10. Все вон затянуло. Везде жара. Ну, не везде. А у нас... Где-то каникулы. Я до сих пор не могу еще привыкнуть к тому, что каникулы. Ева тоже. Очень вкусно, друзья. Отключила звук. Спасибо всем, кто написал про ушки. Свой опыт, так сказать.
короче, что мне вот кажется, мне будет ложка удобнее есть салат. Больше влезет. Да? Кабачков только не хватает. Наелась. Вообще не специально. Одна очень умная дама мне написала, ну она там все время мне пакости пишет, разного рода. Ну что ты все время типа в теплых кофтах, ну я так дословно не помню, как плюс-минус вам. Ни одного моего ролика, главное, не пропускает. Что ты типа сидишь там в свитерах? Газа, что ли, нету? А или что-то там денег жалко, газ не можешь включить. Вот у меня постоянно газ работает, чтобы тепло было. Знаете, вот иногда лучше промолчать, чем вот написать какую-нибудь ерунду, правда. Ну, хотя бы погуглите, что есть дома, которые не от газа отопления даются. Я вообще думала, от газа только... Частные дома могут быть, но не многоквартирные. И прямо сейчас с таким этим наездом на меня. Не помню дословно, как было, но сам факт. Ни одного ролика не пропускаю. Ни одного. Зачем вы смотрите? Вот то, что вы мне там что-то пытаетесь доказать, что я какая-то не такая, мне все равно. Такое ощущение, что людей заставляют смотреть. Вот заставляют. Не нравится? Свайп и все. Все колкости, гадости, оскорбления и все остальное. Вы только свои комплексы показываете. Это не мое, это ваше. Это триггер, понимаете, у вас такой своеобразный. Все такие там прям идеальные у нас. Мне вот, например, все равно, у кого какие брови, у кого какие щеки. Вот вообще все равно. Мне главное, какие у меня щеки. Меня мои щеки устраивают. Если они не устраивают вас, ну это ваши проблемы. Что вам не нравятся мои щеки? Хоть бы раз на улице кто-нибудь, кому-нибудь бы подошел и высказал. Мне вот интересно. Вот эти вот крутышки, которые там сидят по ту сторону экрана. На улице тоже подходят к людям и делают замечания, что у них щеки толстые. Или что у человека лишний вес. Или где-нибудь в кафе или в ресторане подходят и говорят, а что ты чавкаешь, сидишь? Или ты не так приборы держишь? Я думаю, что нет. В интернете-то все крутые.
Ты не то ешь. А поешь вот то. А у тебя стол бедный. Да не смотрите. Ну не мучайтесь вы, не смотрите. Ежели смотрите, значит вам все нравится. Приятного просмотра. И главное, не одна, но мужчины тоже попадаются токсичные такие. Не может ответить на вопрос, зачем. Вот у кого не спрашивала, зачем вы смотрите, никто ответить не может. Все, друзья, наелась. На этом буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео. Кому не понравилось, дизлайки, но я, конечно, буду готовить для вас новый мукбанг. Ложки, обнимашки, пошьяна.